хочу подсказать пряжу интересную, возможно, много кто из вас знает, это пряжа с готовыми петлями, нужно вязать вручную. Удовольствие не из дешевых, могу сказать сразу, чтобы сделать какой-то большой полноценный плед, нужно около 100 белорусских рублей, где-то даже 200 белорусских рублей, потому что пряжа это не бюджетная. Но она необыкновенно мягкая, приятно работать, кто любит творчество, понравится, потому что вяжется достаточно быстро, вяжется руками, продевается петля одна в другую, можно выбрать абсолютно разный узор, который вам нравится, и связать плед. Время скоротать можно незаметно, но зато полезно, потому что занятие успокаивающее. Хотя сразу достаточно сложно начать, пока войдете. Нужно несколько будет рядов связать, распустить, понять вообще, что как, зато потом, чем больше рядов, тем уже проще, набивается рука и все идет достаточно быстро. Так, покажу вам цвет, он такой сложный, вот он так называется. Хочу вам показать свой вечер. Смотрите, я здесь занимаюсь ушивкой брюк. Кстати, на Вайлдберрисе можно найти за копейки какие-то последние размеры. Пока еще за копейки. Возможно, потом цена изменится. Непонятно, что будет с тканями, с одеждой. Как известно, ткани в России не производят. Все ткани в основном импортные. И это повлияет, естественно, на стоимость одежды, поэтому пока вот еще есть какие-то предложения на дешевых стоках, я беру. Ушить что-то это очень просто, минимальные навыки нужны, причем что я не швея и не делаю по выкройкам готовые какие-то изделия, но что-то ушить это просто спаковываете, вырезаете определенное количество сантиметров, сколько вам надо, и получаете хорошее готовое изделие. У меня была вот такая еще старая чайка, я ее довела до ума, отдала мастеру, который мне просто сделал сейчас великолепную практически промышленную машину, и она справляется гораздо лучше, чем вот эта вот моя современная пластмассовая машинка Браво, тем, что она не капризная такая, как пластиковая, она проходит любые толщины, перепады, и вообще я ей не нарадуюсь после того, как вот мне ее довели до ума. Но, естественно, эти машинки старые, они в основном все нуждаются в хороших руках, в хорошей механике, чтобы их посмотрели, настроили, после этого это просто великолепная машинка, поэтому если бы я чуть раньше ее отдала, то я бы не покупала современную машину. И вот, кстати, зигзага простого и прямой строчки для бытового ремонта более чем достаточно. Единственное, что у меня здесь нету лампочки, что неудобно, когда вы темной ткани шьете. Я вот делала такое приспособление, штатив маленький валялся. И валялось у меня вот это селфи-кольцо. Вот, можно, конечно, лампу было бы, но я не покупала уже для таких моих целей. Вполне себе подойдет подручные материалы. Хочу сказать, что вот эти старые машины, которые многие недооценивают, они просто великолепные. И бытовой ремонт какой-то, я уже неоднократно говорила, вы можете запросто сделать. Но это машинки, которые заменят очень многие пластмассовые машины по своему качеству. Единственное, что только вот эти машины нужно правильно настроить. Поэтому вот без этого, без настройки эти машины очень плохие. Поэтому ищите хороших людей, настройщиков в вашем городе. Либо смотрите сами видео на YouTube, и вы будете просто наслаждаться шитьем великолепной машины. Она устойчивая, здесь все металлическое, чугунное, здесь ничего не трещит. Она просто такая на века модель, поэтому возрождайте ваши старые советские машинки, а если у вас нет и вы задумываетесь о бытовом ремонте, там что-то купить, где-то ушить, вы реально огромное количество средств сэкономите, если будете делать это самостоятельно. Поэтому можно даже на барахолке поискать, привести в порядок, посмотрите, вы просто за копейки купите вещь, которая вам сэкономит в будущем бюджет. Иглы, хорошие иглы, орган, швец, уже смотрела, что у многих
стала нереальная цена на иглы, и плюс, конечно, могут быть они просто не везены к нам, поэтому если вы шьете, я вам очень советую запастись иголками. Я вот еще нашла у продавца, который не поднял цены по старой цене, я думаю, на ближайшие десятилетия мне хватит. Хорошие иголочки для швейной машины. Так как на Хёр, к сожалению, не возобновляется доставка, мне уже нужно уходовое средство, я их не накапливала. И в прошлом видео показывала свои запасы, но хотелось что-то еще купить. И, конечно, мой взор упал именно на альтернативу натуральной косметики. Я смотрела косметику Леврана, смотрела Натура Сибирика, мне очень приглянулись некоторые продукты. И, возможно, в будущем я их попробую. Ну, а сейчас я вам покажу, что я купила. Заглянула в центральный универсам и попала под хорошую скидку. Периодически там бывают такие акции. Решила присмотреть что-то из натуральной косметики. Когда я всегда покупала на iHerb, в Белитовской белорусской косметике я брала два продукта. Это вот такой коллаген. Скраб актив для кожи головы, мне очень нравится, как он очищает голову, очень хорошее такое ощущение, волосы лучше промываются, это я беру всегда, несмотря на то, заказываю я на iHerb или нет. И периодически я беру вот такую белорусскую пенку, но сейчас это уже не бюджетное средство, но сама пенка мне нравится. Я попала под скидку, с удовольствием ее взяла, она хорошо очищает, не пересушивает. Так как в летний период сейчас будет очень много солнечных лучей, у меня кожа плохо переносит солнце, и ей нужен пантенол, защитное смягчающее средство, которое устраняет сухость и шелушение. Обратила внимание на новинку у Белиты. Они пишут, что это хорошее средство, которое не содержит вредных силиконов, парабенов и дает ультраувлажнение. Мне очень понравилось ощущение сливки для тела. У них есть там целая серия и для ног, и для рук. Мне понравилось увлажнение, которое дает этот крем. Так как сейчас все для тела заканчивается с iHerb от Nubian, то решил попробовать. В районе 5 белорусских рублей стоит это средство, такое жирненькое. И дает очень-очень приятное увлажнение и напитанность для кожи. Буду тестировать еще, но по первым впечатлениям приятный крем. Когда-то давно тестировала вот такой тоник-спрей. Мне тогда он понравился. В магазине в Белита есть тестеры разные, можно пшикнуть. И мне понравилось ощущение этого тестера, я помню. И вот сейчас, когда у меня практически все тоники закончились, я решила взять вот такой минеральный освежающий тоник. Этот тоник состоит из различных водорослей, и основным компонентом здесь является работающим, я имею в виду, экстракт ламинарии. Это очень хороший компонент для сухой кожи. Я хотела даже на iHerb некоторые продукты попробовать, но был тогда у меня уход, и поэтому не заказывала. Пшикаю на ватный диск и наношу как тоник, протираю лицо утром и вечером. Не супер идеальный состав, но ламинария здесь на четвертом месте, это очень хороший показатель для белорусской косметики. В районе 4 рублей на акции я покупала вот этот тоник. И мне он нравится, несмотря на его не идеальный состав. Он дает неимоверное ощущение свежести. Вот летом особенно, когда вы не знаете, куда, что, какую косметику применить, потому что все обычно ход... Он какой-то жирный, слишком активный, в то же время не хватает увлажнения. Вот он очень хорошо освежает кожу. Я пришла вот с улицы, было очень жарко, нанесла вот этот тоник. И нанесла тоже, купила сыворотку, тоже натуральная косметика Леврана. Я слышала давно о ней, но не пробовала, так как были сыворотки с iHerb. В частности, вот у меня есть еще сыворотки от Azelik. Вообще все сыворотки Azelik мне прекрасно подходят, они мне не стягивают кожу, эта косметика мне... очень подходило, но я не могу сказать, что она делает что-то вау с кожей. Такой базовый уход, который дает себе необходимое увлажнение. И летом вот я пользуюсь только вот этой гиалуроновой сыворотки из Azelik. И я люблю вот именно на лето гиалурон. А также у меня еще в запасах там есть где-то эта сыворотка с коллагеном. Но я привыкла опять же чередовать.
утром, к примеру, дневную сыворотку, вечером с гиалуроновой кислотой или наоборот. И я люблю безжировой уход, то есть летом, когда очень жарко, мне достаточно гидролата, увлажняющего тоника, и вот такую сыворотку, водичку. Знаю, что нужно закреплять кремом, но я не могу летом, когда очень жарко, когда холодное лето, да, вот когда жарко, мне нужно такое, что такое сывороткообразное, очень легкое. Поэтому, если вам доступна Архерб, какая-то базовая бюджетная сыворотка, которая будет давать необходимое увлажнение, очень могу рекомендовать. От Азелик у меня также есть такой скраб сейчас в уходе, и он очень хорошо работает для лета. Мелкодисперсный скрабик, который я использую в теплое время года, потому что зимой я люблю более что-то такое увлажняющее масляное. Но я думаю, если у вас кожа плотная, не такая тонкая, как у меня, вот особенно жирная комбинированная кожа, просто оценит его на ура. Здесь, наверное, каолин, смешанный с различными маслами, очень мелкодисперсный, прямо как крем, но частички настолько мелкие и вместе с тем очень активные, что ощущение отполированности кожи, оно просто не покидает вас после использования этого скраба. Поэтому я могу его рекомендовать, как и все сыворотки Азелик, для базового ухода, если вам доступна доставка на Айхерб. Кстати, у меня есть еще несколько видео о посылках с Айхерб, которые я не публиковала, потому что собиралась их публиковать тогда, когда уже внезапно произошли события по поводу блокировки доставки с Айхерб, и посчитала это неуместным. Если сейчас вы меня смотрите из тех стран, где доставка доступна, напишите, я смонтирую и выложу вот эти распаковки, если вам это интересно, если вам нужны, потому что там есть некоторые уходовые средства, которые я сейчас использую. А эта сыворотка мне нравится тем, что она вот какое-то красивое лицо делает. Вообще бруснику, когда собираешь в лесу, руки мгновенно очищаются, особенно вот если чернику поешь, там рядом кустики с черникой растут, поешь, и вот бруснику сразу поешь, все, чистые руки становятся. И вот и на лицо оно также действует хорошо, осветляется кожа лица, какое-то такое подтянутое более. Мне понравился эффект, и я с удовольствием вот сейчас чередую вот эти две сыворотки. С удовольствием, потому что составы просто чудесные. Что ни продукт возьми, то одни экстракты, масла, ингредиенты работающие. Меня заинтересовали еще сыворотки с витамином П, сыворотка от Купероза у них есть хорошая. И также я с удовольствием хочу пробовать их гидролаты. Как я очень люблю эту ягоду, то мне захотелось попробовать что-нибудь. И хочется теперь попробовать всю серию. Пока себя сдерживаю, так как есть еще другие уходовые средства. И знаете, я вот если люблю какой-то продукт, какой-то запах, я обратила внимание, что он мне и в косметике подходит. Вот, к примеру, сейчас смотрю стойку с Натурой Сибирика, и здесь я обратила внимание на шампуни с можжевельником. Хотя шампуни Натурой Сибирики мне не совсем подходят, они волосы мои делают очень сухими, пористыми. Но вот я соблазнилась на этот запах и все сдерживаю себя, чтобы купить. Хочу еще почитать подробные отзывы о этом шампуне с можжевельником. Если кто-то пробовал, отпишитесь, как он вам. Скупать тоннами косметику я не буду, как когда-то я делала, да, чтобы попробовать. Я буду делать это постепенно, то есть что-то закончилось, я буду повторять. Если мне нужно будет два средства, вот как сейчас у меня в уходе две сыворотки, одна с гиалуроновой кислотой, вторая вот с брусника. Вот они закончатся, я тогда уже куплю следующую. И также с кремами. Пока крем с Айхерб у меня есть, я им допользуюсь, тогда уже буду покупать следующую. Есть у меня, конечно, опасения, что в связи с вот такой экономической сложной ситуацией, со всеми санкциями, сложнее будет производителям доставать качественные ингредиенты, поэтому если срок годности позволяет хранить косметику и есть какая-то выгодная акция, лучше ее купить хотя бы одну баночку про запас. Возможно, я подумаю еще, может быть, так и сделаю. Но открывать точно не буду. Срок годности у сывороток Левран и вообще практически у всех продуктов я посмотрела 3 месяца после открытия. Поэтому не хочется, чтобы полезные ингредиенты уходили, а хочется, чтобы напитывали максимально кожу.